Ого! Ого-го! Ого, не говори перед рыбалкой ого-го, потому что рыбалка уже отменяется. Сами собрались пойти посмотреть, на Ставридку выехать. Оказывается, Ставридку нужно отменять еще. Работы не початый край. Ну, еще люди есть, народ еще присутствует. Прям много народу, да? Народу. Это подожди, это что, сейчас сколько времени, а? Сейчас что столько людей. Пол четвертого. Вот сейчас 4 часа еще добавится, процентов 30. У вас сколько? Много. Вот 4 часа. 4 часа они идут на второму кругу. Что на 17:00 все полеты, друзья, а это наши говоруны. Регистрация на заключительные полеты, которые это ваши? 18 часов. Это наши деловые партнеры. На 18:00 остается 3 свободных потока. А, вот это наши деловые партнеры они, говорят, они, да? Которые на банане катают. Регистрация рыбаков на завтра на входе на 3-часовую морскую рыбалку. Друзья, напомню, что мы идем в своей колодке. Ну, вот такая ситуация. Ну, кому повезет, тот поймает первую салочку. Очень даже немало еще на море. Ты видишь, сколько, посмотри, сколько народу в море, а? Ты все опять о туалетах, тебе ж меду не надо только про туалет, чтобы сказать. Плавсредств сколько? Ты знаешь, я видел больше. Буквально неделю назад в обед сюда прошел. Вообще, судя, мониторил ситуацию. Судя по тому, когда мы шли на море, я думал, что поменьше уже будет. Да? Не-не, подъехали с обеда. Потому что с утра их не было. Слушай, а ты видел, на каких-то досках сейчас катаются? Скоростные, с моторчиком? Не, вообще не видно, на чем едет. На доске ну, стоит. Ну, какой-то двигатель какой-то стоит. Не рассказывали, я не видел, но рассказывали. Может, нам такую надо приобрести? А? Я не понимаю, я не знаю, что это за новые технологии. Мы за ними просто не поспеваем. Вот у меня есть iPhone 6s. Вот он. И мне его больше, чем достаточно. Мне другие новые технологии просто не нужны. Да, отстаете от жизни. Ну, куда я пацана выкину? Он 5 лет верным другом мне. Он мне 5 лет верным другом преданным прослужил. Не глючит, не зависает, не ломается. Вот это, в идеале, ну, работает. Вот это, вот плохая Америка, что выпускает. А хороший Китай, конечно, бы уже выкинули. Экспресс-анализ такой провели мы с тобой. Не, ну, а что? Обстановки а здесь в августе на пляже. Я два раза в неделю хожу, мониторю ситуацию. Опять же, купальники интересно посмотреть, конечно, какие да. Сейчас в моде. Море, а утром видел, какое море красивое сегодня было? Да. Три девчонки купальники рекламировали.